Облепиха дружины не занимает много места, так как является компактным невысоким деревом и дает возможность регулярно собирать оранжево-желтые ягоды. Плоды обладают кисло-сладким вкусом, а их средний вес достигает 0,7 грамм. Урожай универсален в использовании, применяется для приготовления лекарственных средств, десертов, напитков, домашних наливок. Облепиха дружина почти не привлекает вредителей и редко поражается болезнями. Этот сорт устойчив к зимнему холоду и не нуждается в дополнительном укрытии. Для получения обильного урожая, необходимо регулярно поливать растения. Облепиха дружина – это многолетнее растение. Облепиха прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для плодородных почв. Облепиха дружина имеет ранний срок созревания. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.